предполагаемая цена до 15 миллионов долларов. Как отмечает для новости, полотно свыше 2 метров в высоту и ширину считается не только самым масштабным, но и самым впечатляющим. Портрет художника по реке выполнен черным и зловещим лиловым фоном. Сейчас в Петербурге плюс 10 градусов. Следующий выпуск новостей на Интеррадио через час. Удачного дня. Тихо. Давай. Не хочу. Entrez dans ma vie.